пятую вместе, затем вторую, и потом ставим палец средний на вторую струну, дергаем один раз. Дальше идем на четвертый лад первым пальцем. Здесь играем вместе шестую первую и убираем потом мизинец. И как в начале бары на шестом ладу, первая пятая, вторая, потом ставим вот сюда пальчик второй, средний. И в конце играем уже на четвертом ладу бара, играем первую шестую, поднимаем мизинец, и здесь вот третий палец безымянный идет на шестой лад. И опять получается вот первая струна на четвертом ладу. Можно играть с глушением сам бит, это будет звучать так. Значит, мы то же самое зажимаем на шестом ладу. Первая и пятая играется вместе. Потом играем вторую. И вот здесь нужно сыграть глушение на второй струне. То есть мы цепляем ногтем вторую струну и переворачиваем указательный палец в правой руке. То есть вот так вот. Затем мы берем пятый бас. Здесь то же самое зажимаем на четвертом баре. Играем первую, шестую. Вторая. И вот здесь, когда убираем мизинец, тоже играем такой щелчок. И опять бас. То есть, если соединить два такта, будет так. Потом то же самое. И вот здесь вот самое сложное, это когда вот мы зажимаем баре, первая шестая играется. Потом вот здесь нужно сыграть щелчок и сдергивание. То есть должно звучать вот так вот. Если играть аккордами, то на шестом ладу зажимается такой аккорд. Играется пятая, четвертая, вторая, третья вместе и опять четвертая. И затем берем баре на четвертом ладу. Играем шестой бас, четвертая. Вторая вместе, опять четвертая. И вот постоянно играем эти аккорды. Можно их сыграть боем, это будет звучать так. Самый простой вариант боя это вот такой, два раза вниз. На втором аккорде мы берем вверх. Два раза вверх и два раза вниз. Два раза вниз, то есть вот. Можно сыграть еще в стиле лаунж, это будет вот такой аккорд. Так звучит красиво достаточно.